Здесь есть подвох. Смотри. Приветствую в банке Чан Фанелли. Здесь о чужих деньгах мы заботимся как о собственных. Чем могу служить? У вас открыт мой счет. Я хотел снять с него деньги. Конечно. Ваше имя? Геральт из Ривии. Минуточку. Мне нужно заглянуть в бумаги. Ничем не смогу вам помочь. Чрезвычайные обстоятельства, понимаете? Владелец счета официально числится умершим. Как видите, это уже не актуально. Должно быть, произошла ошибка. Чтобы восстановить доступ к вашему счету, нужна справочка А-38. Обратитесь в первое окно за сопутствующей информацией. Ну ладно, где это окошко номер один? Ну-ну, пусть поищет. Приветствую в банке Чан Фанелли. Здесь о чужих деньгах мы заботимся как о собственных и так далее. Чем могу, уважаемый? Я хотел бы вновь открыть банковский счет. Мне нужна справка А-38. Это не тут. Что значит «не тут»? Мне сказали, что здесь мне дадут справку А-38. Вы не нервничайте, а то у вас сосудик лопнет. Тогда скажите, куда идти за этой бумажкой? Может, наверху, в секретариате. Или внизу, в архиве. Придется поспрашивать. Будем спрашивать. Могу я чем-нибудь помочь? Извините, позвольте пройти. Сейчас! Вас тут не стояло! Приветствую в банке Чан Фанелли. Здесь о чужих деньгах мы заботимся как о собственных, а клиент всегда прав. Чем могу служить? Я могу здесь получить справку А-38? Конечно, разумеется. Форму 202, пожалуйста. Форма 202? Что еще за бред? Милостивый государь, это не бред, а необходимая формальность. Справку А-38 я могу выдать единственно по предъявлению формы 202 на основании распоряжения номер 60. Прошу, пройдите к окну номер 1. Так я только оттуда пришел. Неважно. Сейчас вернусь с формой 202. Ой, это уж слишком. Куда вы лезете? Куда вы передо мной лезете без очереди? Никуда я не влезал, я здесь стоял с самого начала. Да, сегодня уже трое таких было. Каждый так говорит. Я этого не потерплю. Сейчас я тебя научу культурному обращению. Попробуй только. Эй, господа, хотите поскандалить? Милости прошу наружу. Пойдем, выйдем! Опять драка перед банком.
уже третий раз за эту неделю. Десятку справа, того, справа. Хам и быдло! Сейчас я дам тебе урок смирения! Не стоит! Я тебя научу вежливости! Хамство и дурное воспитание! Блядь, без очереди еще и дерется! Я тебя научу вежливости! На заливах никогда бы такого не надел. Там же одни бары. Куда она еще пошла? Запах лака для волос. Интересно. Можно пройти по нему. Откуда у нее столько денег? Да? Могу я чем-нибудь помочь? Все в порядке? Клиент. Нет более безопасного места, чем наш банк. И представляешь, дорогая, она утверждает, что в новом сезоне в моде будут рукава с буфами. Прошу прощения, мне кое-что нужно решить в окне номер один. Да что ты говоришь? Я вот тоже сомневаюсь, потому что... Простите! Вы не видите, что тут написано? Перерыв сейчас. Селина, дорогая, подпиши мне вот здесь. А это вы? У меня тут такое перерыв дело. Перерыв у нас. Говорят же, как человеку. Нет, не понимает. Похоже, у меня нет выбора. Придется ждать, пока кончится перерыв. Придется подождать, у них перерыв. А вы, мой друг, что пытаетесь раздобыть? Справку А-38, хотя сейчас уже кажется форму 202. Форму 202? Легче легкого. Попробовали бы вы, мой друг, достать сертификат П? Раз уж мы все равно здесь ждем, может, партиечку в гвинт? Вижу, вы здесь во всем разбираетесь. Наверное, решили тут не один вопрос. Ну, разумеется, мой друг, разумеется. И то удавалось обстряпать, и другое. Видите ли, на все нужен способ. А если нет способа... Даже не дергайся. Я, кажется, видел все. Попытки очаровать, гипноз, подкуп. Ничего не действует. А если ничего не действует, что делать-то? Быть милым так просто. И просто так. Видите ли, мой друг, сидит такая женщина в этом окошечке по 12 часов, и никто ей даже доброго дня не пожелает. Если вы, мой друг, еще организуете для нее какие-нибудь цветы или духи, дело решится за 3 минуты. Ну тогда попробуем. Удачи.
Ого, ведьмак! Наконец-то серьезный клиент. Что ищете? Жимолость? Лепестки генации? Покажи-ка мне свои запасы. Приветствую в банке Чан Фанели. Здесь о чужих деньгах мы заботимся как о собственных и так далее. Чем могу, уважаемый? А нельзя было сразу сказать, что к справке А-38 нужна форма 202? Я потерял на этом много времени. Вы, уважаемый, не возмущайтесь. Мне казалось, это очевидно. Сейчас выдадим вам формочку. Фамилия ваша как будет? Геральт из Ривимы. Сейчас найдем. Геден, Гемель... вот. Геральт из Ривии. Боюсь, не могу вам выдать форму 202. Что-что? Заявитель официально числится умершим. Скажите, уважаемый, как же мне подавать такие данные? Я принес вам цветы в благодарность за помощь в моем деле. О, но мне нельзя. Это действительно мне? Их цвет подходит к вашим глазам. О, вы, уважаемый, просто очаровашка. Подождите тут минутку, уважаемый. Пойду к господину Чан Фанели. Может, удастся что-нибудь сделать с этими бумажками? Я им говорю не мешать, но нет, постоянно кто-то голову морочит. Кого я вижу? Сердечно рад, мастер Геральт. Давно ты нас не навещал. Я был немного занят, но вот теперь вернулся, и у меня к тебе дело. Разумеется. Чем могу тебе помочь? У меня небольшие неприятности с банковским счетом. Я хотел снять с него деньги и... Никаких проблем, сейчас все выплатим. Только понадобится еще кое-что. Да я уже слышал. Справка А-38 и так далее. Без этого не получится. Но ты, как я вижу, ориентируешься в банковском деле, так что мигом управишься. Чан Фанелли, хватит отговорок. Выплати мне мои деньги. Немедленно. Но мастер-ведьмак, зачем же так нервничать? Сейчас все выплатим, только сперва я должен увидеть необходимые документы. У меня есть для тебя документ, который значит больше, чем все эти справки. Вот, пожалуйста. Поручение от ее сиятельства? Да. И на его основании я требую доступа к моему счету. Сейчас же. Да, мастер-ведьмак, идем. Как там делишки, мастер-ведьмак? Не жалуюсь. Мои поздравления. А у нас вот не очень. Торговля вином идет все хуже. Наверняка из-за этих фиглярских названий. Никто за пределами Туссента не знает, как выговорить, скажем, «Côte de Blessure». Потому люди и стесняются покупать. Наш банк, гордость Баклера. Готово. Ящик номер 256 с правой стороны, в конце.
Кичан Фанели, ты что, шутишь? Этот ящик пустой. Ну, деньги должны быть в обороте, так что как только мы узнали, что ты умер, то мы их сразу пустили в ход. Купили акции, облигации, инвестировали в развитие пары виноделин. Вот все и разошлось. Назовем вещи своими именами. Ты просто меня обокрал. Да что вы, мастер, разве бы я посмел? Я... Посмел. И сейчас ты за это ответишь. Открой решетку. Мастер-ведьмак, я все отдам, обещаю. Клянусь бородой моего батюшки. Неделя. И ни дня больше. Ты не пожалеешь, я обещаю. Я все приготовлю, а ты возвращайся через 7 дней. Ага. До свидания. В чем дело? У меня тут твои деньги, а также презент в благодарность за оказанное доверие. Этот меч зовут Инспектор. Он меня столько раз выручал. Благодарю. Будем считать, мы квиты. И вот еще что. Прошу прощения за вынужденную заминку.